пару слов. В принципе, если я просто начну учить слова, то прям хорошенько апгрейдится. Но пока я остановил, потому что у меня особой надобности не было. И еще летом учить испанский. Что такое? У меня уровень английского апринтермедиат. Ну я сейчас как бы его до C1 хочу делать. И у меня 7 раз в неделю English. Вызывала. Я еще раз буду сдавать, короче. Анель, ты написала? Ого, каждый день, да, походит. Мне, короче, Жанна Турбекова, знаешь, что говорит Анель? Она такая, типа, Мелисса, стоит ставить типа, свою работу, типа, аккуратно, типа. Типа, есть что добавлю, такая вещь. Сложнее был сад, чем Майлз. Реально, она вообще топ. Она, короче, стала, она, короче, подошла к Лере и начала ей, короче, все решать, помогать. Точнее, Лера к ней подошла, и потом, значит, Владимировна убрала, короче. Сказала, типа, Лера, ты что тебе, что такое, короче, сказала. Экзамены для разговоров. Так я думаю, странно, все равно же помогут им. Алтынбекишников, тем более же завалить не буду. Сколько у тебя IELTS? Ну, когда первый раз давала, немного было. Просто следующее. Я остаюсь в Алмате. Выше там говорили университета, в который я потенциально поступаю. Короче, я думаю, кино где сделать еще раз, типа, либо белую базу, либо френч. Либо что-то яркое прям, типа лето. Каким утюжком? Никаким. Это мои. Они еще даже чуть-чуть заломились. Я никогда не пользуюсь. Умер советуете в Алмате? Смотри на курс специальности. My goodness, Анель, ты что, балуешь? Укладку я могу немножко типа подкрутить, но на дайсе. И сушу, и там какие-то локоны, типа челку на дайсе. Интересно, в какой именно выступает. Пипец красиво, спасибо. ДР у меня 18 сентября. Ой! Анеля, все, тише, ты что, балуешь? Мне потом, что, в школе отрабатывать твои подарки? Hello! Здравствуйте. Шеф. Возвращать наказ. Анели, у меня, прикинь, румяна Патрик Та разбились. Ты просто представь мою боль. У меня все хорошо, Джан, ты как... Я была очень сильно расстроена. Это еще все на ковер упало, я вообще. Вообще, я не знаю. You better pray that I don't
see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. Вкладка на Dyson держится, у меня все падает. Думаю, зря купила. Короче, у меня на самом деле вкладка держится очень недолго, но она хорошо держится благодаря спрею от TG. Он делает их шершавыми. И если вы хотите на Dyson хорошо уложиться, то ну, советую сделать так, чтобы волосы были более шершавыми, там пористыми, такими. Иначе, но такие, типа, прямые, гладкие, типа, жидкие волосы, она будет держаться. И потом хорошенько лаком закрепить. Все. Я обычно... Блин, короче, моим волосам пофиг. Бальзам, не с бальзамом, а не типа знак. Потом я стараюсь без бальзама. И потом наносить вот этот TG, и потом, в принципе, норм. Вообще, мой волос не крутит. Нет, он не может не крутить. Наверное, нужно повернуть сторону. Что правильно напустить. Какие ногти сделать, девочки? Посоветуйте, пожалуйста. Может, идеи какие-нибудь. А то у меня три маникюра, которые просто чередуются, и все. У меня до этих был белый цвет. Черный, не хочу черный. Вот, френч, черный френч. Нет. Черный цвет. Красный. Могу случиться инфаркт, если сделаю красный или черный. Я делала красный френч. Потом у меня была белая база. Потом френч. Потом вот эти. Это из тех, которые я помню. Папа не любит яркие ногти вообще. Он еле как смирился с тем, что я начала делать гель. Вот. Итак. Против яркости. Ну вот я, наверное, думаю, френч. Может, френч с яркостью. Что такое может, блин, сделать? Посмотри мне песик эликсир. Я, наверное, сделаю френч. Точки. Красиво, да, так? Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do instead of everything you know that you can get. Очень интересно, красиво. Азебо. Хочу новые кисточки завести. Посмотрите, как она мне согнулась. В принципе, Real Techniques очень дешевые кисти, но очень качественные, на самом деле. Где можно купить классные платиновые метали, чтобы не открытые были? А у меня же такие. Шарлотта Тилбери тоже сделала.
to be ruthless. Магазин хиджаб. Почему мне все хотят покрыть? Понять не могу. Мне делают ну, такие, типа, средние открытые, типа, что не что. Вот самое главное, чтобы было ниже колена.